Провокация и ложь. Так прокомментировали видеообращение Раи Мамедовой, где та заявила о притеснении азербайджанцев в Сургуте. Ее соотечественники – представители национально-культурной диаспоры. Напомним, что женщина записала ролик для зарубежных СМИ. Рассказала, что к азербайджанцам якобы плохо относятся в нашем городе и Югре. Обвинила прокуратуру и суд в коррупции. Считает, что за высказывание в общедомовом чате летом прошлого года ее хотят посадить в тюрьму. По уголовному делу Мамедову обвиняют в возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства. Представители диаспоры, которые ранее вставали на сторону женщины и даже защищали ее в суде, сейчас выпустили обращение к своим соотечественникам. В нем они опровергли сказанное Мамедовой и заверили, что за 30 лет проживания в Сургуте не сталкивались с притеснениями на национальной почве. Мы живем все народом, все национальностями, дружные, как по-братски. Дай Аллах всем здоровья, у нас никакой проблемы нету, живем дружно и мирно. Дай Аллах всем здоровья, счастья. Россия для нас это вторая страна, вторая родина. Это все ложь, которую слухи вышли, что русские нас здесь какие-то проблемы делают. Это все ложь. В суде Раю Мамедову защищал заместитель председателя национально-культурной автономии азербайджанцев Сургута Амил Аббасов. После несогласованных заявлений своей подопечной он отказался быть ее адвокатом. Кроме того, отметил, что ранее был осведомлен о желании записать обращение и выступал категорически против, поскольку это является нарушением меры пресечения, избранной судом ранее. Теперь УФСИН Югры требует изменить степень ограничения личной свободы Мамедовой. Ходатайство об этом суд рассмотрит на очередном заседании 25 января.